Сегодня мы отправляемся в приключения на трех автомобилях на другой стороне Земли. Это Вородеро, такой полуостров на Кубе. А это я, в отеле. Недалеко припаркован старинный Форд 27-го года. Тут дельфинарий, а рядом нас ждет кабриолет Форд. Вот центр города Вородеро. Там стоит американский школьный автобус и сувенирная лавка с рогаткой. Каменная католическая церковь, бар Битлз и синий Понтиак, на котором мы вернемся. Все это я увидел за один день. Сначала мы отправились в дельфинарий. В открытой машине такой сильный ветер, у меня чуть не улетела кепка. От отеля до дельфинария почти 4 километра. Знакомство с дельфинами для меня настоящее чудо. Дельфины даже умеют целоваться. А на ощупь они как резиновые и скользкие. Напоследок они нас спели песню и поаплодировали. А теперь мы отправляемся погулять по городу Вородеро. До него 20 километров. Это Форд Thunderbird. Наверное, самое классное такси здесь. Вородеро всего две улицы и много переулков. Вы не заблудитесь. Все самое интересное на одной улице. Мы нашли здесь даже русский ресторан, называется Большой. Смотри, пап, русский ресторан. Но кажется, он закрыт. Наверное, на карантин. Можно прокатиться на карете, но мы не захотели. Вокруг и так все интересно. Автор произведения, да? Да, здесь каждый работает, даже на асфальте. А это бар Битлз. Но это только название. Они здесь никогда не были и не давали концерты. Но каждый вечер здесь концерты рок-музыки. Смотри, какой лобстер. Ради интереса мы пошли посмотреть, как выглядит городской пляж. Пляж обычный, городской. Ведь пляжи Вородеро славятся на весь мир. Раньше я видел такое только в интернете. Карибское море голубого цвета ни с чем не спутаешь. Долгое время Америка запрещала возить на Кубу новые автомобили. Поэтому на Кубе скопилось много старой техники. Вот, например, этот старый школьный автобус. Очень классные игрушки из дерева и кокоса можно купить в сувенирной лавке. Здесь есть даже рогатки. Муравей какой, смотри, какой из чего. Единственная католическая церковь здесь носит имя Святой Эльвиры. Она построена из дерева и камня. Центр коммерчал, шоппинг-молл. Ну, мы увидели Битлз кафе. Новое такси Форд. Ну, не новое, а 1958 года. Проехались классно, да? Классно такси. Ну, и всякие здесь красивые постройки. Сейчас мы идем к какому-то гангстеру. Дом смотреть. Мы зашли в торговый центр, но для детей там не было ничего интересного. Нас заставляют одеть маски в самом маленьком торговом центре. Возвращаемся в отель на третьем такси. Это Понтиак. В нем непривычно открывать двери. Нужно нажать кнопку. До отеля 20 километров. По дороге таксист рассказал, что все детали оригинальные, кроме мотора. Мотор от Mitsubishi. Наконец-то мы в отеле. После прогулки по жаре хочется выпить стаканчик Пепси. Вначале мы
приехали на самом крутом Форде 1958 года. Понтяк. 56-го вроде. Наверное. И там начали ходить по магазинчику. Но они, к сожалению, в воскресенье были закрыты. Зашли в одно кафе, где мой папа спел до разгордения спорать. Потом мы пошли и увидели кафешку Битл. Ящерицы, они огромные, толстенькие. Но понтяк.